Сергей Черкасов на службе в Самарском метрополитене уже более 20 лет. Карьеру начинал со слесаря по ремонту подвижного состава. Долгое время работал машинистом электропоезда. И вот уже 15 лет руководит ремонтом вагонов. В профессиональную среду вернулся по зову долга. Приятно видеть результаты работы своей бригады, отмечает Сергей. Работают эти вагоны уже по 30 лет, но несмотря на этот длительный срок эксплуатации, культура обслуживания пассажиров и исправность подвижного состава составляет... Сейчас надежную и безопасную работу подземки обеспечивают более 1000 сотрудников. В преддверии юбилейной даты, 35 лет со дня создания в Самаре метрополитена, лучшие из лучших работников получили почетные грамоты и благодарственные письма главы города Елены Лапушкиной, региональных министерств, департамента транспорта. Самых квалифицированных специалистов наградили знаком «За заслуги перед городом третьей степени». Также сотрудников отметили представители дум, города и области. Это было... такое открытие. Это было техническое чудо. И все, конечно, этого ждали много лет. И это мечта многих поколений. И она сбылась 35 лет назад. В 1987 году в Куйбышеве появился один из самых экологичных и быстрых видов транспорта. К моменту открытия метрополитена насчитывалось 4 станции – Юнгородок, Кировская, Безымянка и Победа. Тогда же заработало и электродепо Кировская. После введения в эксплуатацию метрополитена его протяженность составляла 4,5 километра. Сейчас подземка тянется почти через весь город – свыше 11 километров. Это один из самых востребованных видов транспорта. Предприятие постоянно совершенствуется. Постепенно метро движется в исторический центр города. Уделяют внимание и состоянию поездов. По государственной программе развития транспортной системы Самарской области с 2019 года на заводе холдинга «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона из Самары, продлив их срок службы еще на 15 лет. 5 вагонов получили новый облик и начинку, и уже 16 декабря нынешнего года вновь вышли на линию. Планируется, что в 2023 и 2024 годах капитально отремонтируют еще 22 единицы подвижного состава метрополитена. Напомним, что в 2020 году парк Самарской подземки пополнился новым 4-вагонным составом. Таким образом, к открытию станции Театральная почти весь транспорт на базе электродепо Кировская будет обновлен. Радует то, что у нас в 2022 году объем перевозки пассажиров в сравнении с 2021 годом у нас все-таки увеличился. И прогноз увеличения составит порядка 8,5%. Когда заработает станция Театральная, пассажиропоток вырастет еще больше. По расчетам специалистов, в кратчайший срок он может увеличиться минимум на 15%. Возникнет необходимость работы на линии и большего количества поездов, поэтому техпарк целенаправленно готовит к тому, чтобы со временем сократить интервал движения, обеспечив его в пределах 6-8 минут. Вы посмотрите, сколько в последнее время много сделали. И подвижной состав приобретается, и станция строится. Поэтому я могу вам сказать, что мы сейчас абсолютно четко, уверенно смотрим в будущее и абсолютно уверенно в следующем развитии метрополитена. Связать подземкой отдаленные районы Самары с историческим центром – одна из первоочередных задач. Продолжение строительства метро – это не только гарантия усовершенствования транспортного сообщения. Повысится и туристическая привлекательность города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.